Зал столетия во Вроцлаве. Здание будущего. Магия совершенной формы. Круг, по которому купол охватывает пространство, определяет весь облик здания. Это зал столетия во Вроцлаве. Монументальное строение в полном смысле этого слова. Огромное сооружение – памятник, служащий напоминанием о павших воинах-освободителях. В 1813 году прусский король призвал народ к битве против Наполеона. В те времена польский город Вроцлав принадлежал Германской империи и назывался Бреславу. Столетия спустя возведение монументального выставочного зала повернуло маховое колесо архитектоники, оставив позади средневековый селезский стиль города. 28 июня 1911 года мэрия утвердила проект зала столетия. Вскоре, недалеко от старого центра, взмывает вверх лабиринт балок, жердей и перекладин, из которых по замыслу архитектора должен родиться купол, ширина пролета которого превзойдет римский пантеон. Создавая проект гигантского свода, архитектор и советник по строительству Макс Берг пишет новую страницу истории архитектуры и с реализацией здания ставит памятник самому себе. Памятник, который, как он надеется, станет свидетелем будущего культуры. Зал столетия одновременно является триумфальным примером использования нового материала. Железобетон, цемент, смешанный с песком, щебнем и водой и пронизанный железными стержнями, выливается в форму, образуя невиданную доселе прочную структуру. Таким образом, Берг сумел построить купол, состоящий из 32 секций. Менее отважными были рабочие, которые отказались убирать строительные леса в страхе, что здание рухнет им на головы. Архитектор вынужден был заплатить золотом случайным прохожим, чтобы те помогли ему снять первые метры обшивки. Здание будущего издалека напоминает пирамиду. Но на открытии в мае 1913 года, когда вся знать города с гордостью позировала на фоне главного входа, стало очевидно, что горячие споры в городском совете по поводу нового зала забыты. Благодаря умело проведенной пропаганде, архитектор смог сделать свой замысел популярным среди народа. И к открытию 42-метрового здания собралась огромная толпа. Размах свода 65 метров. Конструкции подобного размера никогда еще не строились из железобетона, поэтому архитектурные расчеты перепроверялись 4 раза. В одну из 4 ниш был встроен самый большой в мире орган. Пьеса, написанная Герхардом Гауптманом и поставленная Максом Райнхардом специально к открытию зала, была отвергнута из-за своего пацифистского характера. Берг задумывал зал столетия как театральную сцену и площадку для музыкальных представлений.
Выставочный зал должен был стать храмом культуры. Но это храм начисто лишенный украшений. Бетон ничем не покрыт. Структура определила эстетику. Архитектор последовательно избегал любой декоративности и украшательства. Около искусственного озера, неподалеку от монументального зала, словно отражение в зеркале, виден еще один купол. Это павильон четырех куполов, созданный к выставке столетия архитектором Гансом Пёльцигом. Выставка столетия была организована в рамках торжественной программы памяти. С возведением зала столетия Силезский город вошел в число тех городов, где стали проводиться всемирные выставки, с середины 19 века как магнитом привлекавшие жителей мегаполисов. Однако в 1913 году во Вроцлаве публике были представлены не новейшие достижения техники и индустрии, а исторические сады, японские парки и специально спроектированные примеры оформления кладбищенских участков. Перед взором зрителей предстала беседка, увитая плющом, украшенная 750 колоннами. Такова была натура заглянувшего в будущее архитектора Берга. Какая-то его часть была очень традиционна. Несмотря на то, что в монументальности его зала видна вильгельмская напыщенность, ощущение пространства уходит своими корнями в готику. Как в Средневековье, щедро использованное пространство не являлось самоцелью, а должно было возвысить дух верующих, так и Берг высотой своего детища стремился вызвать у посетителей чувство благоговения. Парящий над головой купол как символ духовного мира. Такова была задумка архитектора. Он надеялся, что зал станет храмом культуры, но не для сливок общества, а для всех граждан. Некий собор демократии. В 1930 году в этом сакральном здании поселился новый дух. Национал-социалисты сочли зал столетия идеальным местом проведения своих массовых мероприятий. Действующие лица этих представлений использовали огромное пространство как сцену для своих помпезных выступлений. Нацизм прочно обосновался в этом оплоте духовности. Теперь здесь не звучала музыка, а гремели речи. Бег времени. Свет как элемент архитектурного строительства. Именно поэтому Берг опутал поверхность стен окнами. Свет, льющийся на 126 тысяч квадратных метров пустого пространства, подобен солнечным часам. После Второй мировой войны Бреслау снова стал польским городом и изменил название на Вроцлав.
Эти перемены повлекли за собой и изменение названия зала столетия. Теперь это Хала Людова – народный зал. С 1948 года перед широко раскинувшимся главным входом, украшенным колоннадой, вонзается в небо 90-метровый шпиль – символ польской свободы. Чтобы подчеркнуть симметрию и, разумеется, для удобства посетителей, Макс Берг создал 4 входа в ротонду, обращенных к 4 сторонам света. Лишенные декоративности, простое оформление главного входа демонстрирует архитектурный почерк, который в 1913 году считался его современниками неприемлемым для такого представительного здания. Лестничные пролеты и сама галерея зала в верхнем освещении выдают близость индустриальной архитектуры. Для Макса Берга, искавшего новые формы строительства, функциональность здания стояла на первом месте. Наверное, поэтому зал столетия, даже по прошествии века, не устарел, несмотря на то, что кое-где необходим ремонт. Конструктивизм и монументализм, воплощенные в этом памятнике истории строительства, не вступают в противоречие. 127 тысяч квадратных метров пустоты. Здесь царит величие размера. В годы польского социализма монументальное наследие прошлого использовалось для различных целей. Для конгрессов, спортивных мероприятий и концертов. Зал способен вместить 6 тысяч зрителей. В 1997 году в зале были установлены трибуны для оперных представлений. Иногда их же используют для соревнований по прыжкам в высоту. Купол, в античные времена служивший символом космоса, в современном, ориентированном на массы мире, кажется несколько позабытым. Зал столетия. Заглянувший в будущее архитектуры, он все-таки был символом своего времени. Закладка фундамента была произведена 31 августа 1911 года, а в декабре 12-го уже начались общестроительные работы. Даже столетием позже, используя более развитые строительные механизмы, вряд ли можно было бы сделать это быстрее. Режиссер Кристиан Романовский. Оператор Герт Блейхерт. Фильм озвучен фирмой СВ «Дубль» по заказу ГТРК «Культура».